Красота, да? Две фишки есть у курорта Манджирок. Это теплое озеро Манджирок, рядом с которым мы были, и гора Малая Синюха, где организован горнолыжный курорт. И вот туда как раз и ведет канатная дорога. Карету мне, карету! Что самое главное человеку на горе? Глинтвейн. Возьмем глинтвейн. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы. А по соседству с курортом Манджирок стоит село Манджирок. Ну, где-то в 4 километрах от него. За мной Манджирокский порог. Ну просто, ну космос какой. Нормальная, здоровая жизнь нормального русского мужчины. Прощай, дорогой, возвращайся поскорей с уловом.